сильно. Я думаю, что мы никогда не задаемся вопросом, куда мы едем, потому что наши мероприятия не политического закона. Я лично не рассматриваю политические мероприятия, исключительно в том, что решили таким благородным целям искусства. Некоторые вообще не пошли, куда мы едем, куда шли, то есть они знают, для чего они приезжают. Они приезжают, чтобы выступать, они приезжают, чтобы работать с молодежью. И я думаю, абсолютно безразлично, я не могу не знать, хотя бы немножечко вскружить, кстати, много что тут стало, и вообще все равно я понимаю, что мои коллеги, музыканты, человек не хватает то, что в Европе разные сталкиваются, вековые традиции сталкиваются в течение долгого времени, то есть это все может быть разрушено после войны, и я не думаю, что это не просто причина. Тем не менее, мы все люди, мы все абсолютно понимаем, как люди будут находиться. Фестиваль является каким-то основным состоянием для отцовских музыкантов.
и безусловно, гостей, которые также хотят узнавать что-то новое и показывать себя на удовольствие.
отношения, что же самое основное все-таки, что это правда цивилизация. В этом году мы все делали музыканта по родительству сельскохозяйственной семьи, когда принимал самое большое время, когда мы работали с музыкантами, и все воспринимали с наших хороших ребят, сельских музыкантов. Также граждан Жарецкой университетской почки с Финляндией, которые очень очень понравились, и там же национальные, и педагогические благотворители, задаются подобные вопросы, но я всегда такая насыщенная, потому что я не совсем понимала, что ситуация, честно говоря. Вот, например, если вы носите туфли, они у вас согласились, или они вам готовы, и идете покупать все туфли, то вы не ждете, когда они с вами совсем не так. Почему-то здесь такое отношение, может быть, традиция. Я не могу это понять, объяснить ни себе, ни педагогам, которые приезжают в Турцию. Почему ваши дети делают такие ужасные инструменты? Нам такое дали. То есть ни сами учителя, ни учеников, конечно, не говорят, но дети не играют на то, что они дают учителя, не играют на то. То есть ведь мы всегда стараемся дать детям самое лучшее. Но вот нам и не стали музыкальных инструментов, допустим, у меня это удивляет. Я не думаю, поскольку это связано с важностью денег, и, конечно, наверняка не все эти дорогие одежды не будут детям. Не в этом дело. Я думаю, дело в том, что они просто не задумываются. Они ожидают, что им даст администрация школы, что они не задумываются о том, что есть такое. Их ребенок, такой скрипт, скажем. Спасибо, здесь мы точно не подходим. Еще одна стереотипа. Еще есть. Они сами должны искать возможности. Сами должны искать возможности. Сами должны выбирать. Министерство преподавания на проведение станет. Это не забудьте. Не позвольте. Ну и задача там же родителей. Ведь если ребенок хочет обучаться на скрипке, почему бы не быть хорошим инструментом? Почему бы не хорошим инструментом, если он в школе нет такой возможности дать ему хорошую инструменту? То есть об этом начнет учиться? Да. Кто этим занимается непосредственно? То есть родители реагируются? Это хорошая инструмента, встреча, возможно, спонсор, искать подарок. Я думаю, я бы сошла. Я не знаю, что это за
a stare in italiano, forse qui in Italia, forse anche in Italia, Thank you.
Thank you.
Любитель музыки знает очень любитель заметить за пример мы, конечно, участвуем тоже за музыку, такую поддержку половину конечно сейчас. Что касается моего участия, я тоже немало в том медицине, я интересуюсь обществом, как они. Но, конечно, не могу давать такие делиться. Может быть, не совсем так слежит, но, конечно, стараемся передаваться детям то, что для нас ценность. Ну, конечно, хотим, чтобы дети сами решили нашу профессию. Это
Что у нас здесь,